Ну что, дорогие друзья, если вдруг кто-то еще не понял, то я выбрал свой путь. Теперь я дотер. Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин. Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новенькую серию по игрушке Dota 2. Как говорится, дотка — это жизнь. Ну что, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. Это второй раз, когда я захожу в эту игру и собираюсь просто... по полной программе. Значит, я чему-то научился, чему-то не научился. Скорее всего, большинству я еще не научился. Друзья, более 6000 комментариев на предыдущей серии, которая вышла в ноябре прошлого года. И много советов, конечно, я не знаю, как можно, в принципе, за второй раз, например, научиться играть, но попробуем. Давайте попробуем. Значит, нажимаю кнопочку «Играть», насколько я понимаю. Что это за тетя меня встречает в самом начале? Добро пожаловать в Dota 2, первый разряд, хотите стать героем? Ну, до героя мне, конечно, еще далековато. Так, подожди, боевой кубок. Что такое боевой кубок? Ого, 72 рубля билет? Нифига себе, а чё сразу началось-то? Я просто халяву хотел тут в дотку погонять на миду, там, попробовать эти башни позащищать. Так, лобби, игра против ботов. Обычная игра, All Peak и Turbo. А что такое это? Вообще ничего не было. Упрощенная версия режима All Peak, больше зол... Нормо, это то, что надо. То, что надо, друзья. Так, подождите, а мы не выбрали это, за кого я играть-то буду? Герои. А, так, значит, мне в прошлый раз приглянулся вот этот Пудге, но что-то как-то я так и не понял. Вроде я за него-то не смог сыграть, я за какого-то другого чела сыграл. Мне бы найти кого-то похожего на себя. О, Бистмастер, смотри, да, похож на меня чем-то. Подтверждение игры, куда нажимать? Где? Пожалуй, лучше начать с героев низкой... сложность. Смотри, интеллектуальные есть какие-то герои. Ну, это не мой уровень, наверное, еще. Так, подожди, а где подтверждение игры? А, вот! Ребята, моя вторая каточка в Dota 2. Ой-ой-ой, сейчас будет жарко. Я тут пытался, на самом деле, как-то на это самое, ну, буквально вот недавно записать серию. Вот у меня тут выбрался какой-то сайленсер, у меня ничего не получилось, в итоге я забил. Но, друзья, сейчас я вернулся с новым настроем. Я не знаю, что такое режим турбо, но, видимо, в прошлый раз я был в режиме атмосфера. Я не знаю, может, в следующий раз буду суперчарджный, компрессор. Я пока ничего не понимаю, что такое... Ой. А, не, нормально, все, я готов. А почему кто-то не готов? А, все, начинается, друзья, начинается. Так, друзья и враги, узнаете, какие герои вам помогут, какие... Дота плюс? Что такое Дота плюс? Эта система подскажет. Доступность Дота плюс? Подожди, а что, ничего нету? Ожидание игрока. А, пока собираемся еще, да? Пока собираемся. Так, друзья, значит, это... Я так понял, что самое главное — это не бояться. Главное — тыкать побольше кнопочек. Главное — научиться всякие использовать эти комбинации. Значит, наша задача — защищать башни, при возможности атаковать башни соперников. Все, большего от меня не требуется. Не удалось подключиться? Не понял. Что значит не удалось подключиться? Что такое? Меня забанили, что ли? Вы видели? Что это было? Меня просто выкинули, меня просто вышвырнули. Подожди, это вторая катка уже? Это уже третья, получается, моя катка. Вторую я... Что за херня? О! Так! Ваша очередь запрещать героя. Запрещать? Осталось 5 секунд. Так, подожди, ну давай попробуем, за какой из них вот потенциально опасный. Худ Винг, фига себе. Ну слушай, вот этот вот, он хоть и улыбается, но мы... Подожди, реально запрещать? Давай его запретим. Правильно? Как, надо куда тыкнуть-то? Пожалуй, лучше... Да хватит мне подсказывать, обновить, выбрать. Во, типа я выбираю, получается, и запрещаю, да, его? И чё? Вы будете сразу... В смысле? Мне сказали... Так подожди, как запретить-то? Чё происходит? Подожди, стадия планирования, там пацаны что-то уже накликали, у них везде расход маны увеличен. Все, мне пизда. У пацана расход маны увеличен. Пизда, что такое мана? Так, подожди, стратегия. Что такое? А, во-во-во-во-во, геройский... Я не успел! Блять, я ничего не... Силы Светы. Нет, бля, силы Кати. Так, подожди, вайпер. Опять? Ты помнишь, там тоже вайпер какой-то был? Силы тьмы. А я всегда за... Я всегда за свет... Первая игра в январе 2014 года, пацаны. Чего-чего-чего ты сказал? Больше золота. Ага. Приготовьтесь к битве. Так, подожди. Во-первых, подожди, почему? А почему на английском? Там было на русском, он что-то говорил, по-моему, нет? Так, подожди, значит, заходим в этот самый. Начальные предметы. Healing Solve. Сразу сюда перемещаем, хорошо. А у нас бабки есть? Подожди, тут надо донатить или что? 500 золота у меня есть. Healing Solve, Circlet. Плюс 2 ко всем атрибутам. 30 секунд до начала сражения. Нихуя не покупается, а покупилось. Так, 345. Dragon's Lance. А, 1900 он стоит. Короче, надо смотреть на прайс, чтобы я мог потянуть, потому что поначалу Iron Branch скажет в указанное место маленькое счастливое деревце.
Ну, это какая-то такая хуйня. Так, ладно. Магазин, короче, так себе. А как это закрыть? Подожди, escape, escape, все. Так, что за звук, блядь, страшный. Так, подожди, стрелочки, все, пацаны, поехали. Битва начинается. А тут одна карта, что ли, в доте? Блядь. Они за столько лет не выпустили мапу никакую. Ну, в КС-ке там хотя бы разные карты. Че она пиздит, я не понимаю. Так, я, короче, за какого-то кролика играю, который, видимо, может нормально так это, если... А, подожди, что такое плюсик? А, Кроншорт. Хью. Ага. Ага, все, понял, понял. Так, все, вот они, пошли. Так, это боты, короче. Вот это боты. Мы обходим аккуратненько, смотри, просто. Обходим сюда. Проходим, проходим, проходим. Смотри, мид прошел. А ну, ты че нахуй? Стреляй, стреляй. Давай, давай, какой мид? Давай, давай, куда пошел? Башню хуять! Хуять башню! Башню! Комбинацию вводи! Убийца башня. 268. А, смотри, а бабки-то лутаются быстро. 829 золотишко уже. Блядь, чё она пиздит? Я не понимаю, чё за язык? На Е. На Е. Вот на Е, это меня сейчас наебали, блядь, по центру. Потому что я пришел, и меня в итоге никто не показал. Так, подожди, сейчас. Q, короче, во, Q надо. Я просто думал, там надо всякие клавиши другие щелкать. Походу, Q надо нажимать. Так, погнали пока без всего. Погнали пока без всего. Значит, башни наши пока... О, все, все, арк здесь стоит. Красава, братан. Красава, спасибо, что тащишь катку. Спасибо, ну он реально красавчик. Так, вот, 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 вот этого Sky. А можно как-то обойти по воде? О, погнали, обойдем, погнали. А что они не догадались так сделать? Идем, идем. Так. Хуярь. Q нажимай. Q. Q, блядь, жми нахуй, Q. Я не понял прикола, а нахуй я нажал на Q, там в итоге вот этот огненный... Что это такое Q, подожди? А Кроншорт, сквозь не... Герой совершает атаку увеличенной дальности, ну, зарядив особый желудь. Где этот желудь, блядь, ебаный? Так, подожди, давай-ка еще что-нибудь купим. Поздняя игра, а, середина, ранняя игра. Во, Magic Stick. Куда его, сюда? С, С. Блядь, здоровье, мне не нужно здоровье, подожди, не нужно урон. Плюс 10, плюс к ловкости, к восстановлению маны... Скорость передвижения. Так, подожди, а какие-нибудь есть, типа, штучки, которые добавляют урон? Потому что у меня урон просто какой-то очень тупой. Так, подожди, я, короче, у меня теперь есть сапоги-скороходы. Цена при продаже 500. Куда их продавать? А, их можно продавать, что ли, можно? Так, это, подожди, активная. Нет зарядов. Блять, а где их купить-то? Подожди, мужик, дай заряды. Как заряды-то? Начальные предметы, стандартные, середина игры. Это уже что-то другое. Ой, блять. А где купить-то, блядь? А что такое? Подожди, я купил, меня заскамили, мне ничего. Дерево талантов. Да какое, блядь, дерево талантов? У меня талантов нет по жизни. Все сборки, руководство, я не знаю, что это за сборки. Просит совета, нажмите на нужный предмет. Блядь, чё за хуйня? Я всяк... Смог здесь... Короче, вот этих штук должно быть здесь дохуя. Чтобы затащить... Все, на Б жмакую. А С... Бля, где заряд-то взять, я не понимаю. То есть я могу купить предмет? Подожди, может, у этого? А-а-а, вот, расходники. А что там нужно? Активная Energy Charge. Ничего не понимаю, блядь. Вашу нижнюю башню атакуют. Кто, блядь? Сейчас пизды дам. Какую нижнюю башню? Пойдем, Марк, разберемся, блядь. Что за хуйня там? Так, подожди, на Б, короче, надо нажать. На Б какой-то... Какой-то вашу заряд точно. Атакуют. Ща я атака на... Он, бля, хуярит, смотри, хуярит башню в натуре. Этот летающий дракон, смотри. Давай, давай, к нему. У него шестерка написана, похуй. Так, давай, херачим. Так, и... Давай, давай. Б! Б! С! Отходи, отходи! Хуярь! Хуярь, хуярь его, хуярь! Он ушел! Хуярь! Я убил! Я убил! Да! Я его в спину закондушил сзади! Так, давай, давай. На Z починиться, да, надо? Чинись. Ну. Все, выпил, выпил, выпил молока. Так, подожди, на C, в итоге, смотри. Мы укрепили свои сооружения. Нихуя у меня нет. О, хуярим, хуярим, хуярим. Дружно, 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 дружно. Давай, 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 родной. Q нажми, нажми Q на всякий случай. Убегай! А! Блять! Ай-яй-яй! Ай, блять! Яичку попали сзади. Ну что за говно, блядь? Подожди, как эту башню запиздрячить-то? Ну, смотри, у меня одно есть. Я этого Скайварта сзади. Ну, добивание произошло. Так, короче, подожди, надо что-то еще закупить. Где эти снаряды ебучие взять? Снаряжение.
Очко какое-то. Очко плюс 2 к броне пойдет. Сколько стоит? Бесплатно? Нихуя, что-то списали. Так, топор. Топор бери. Бери топор. Хорош, на Б топор. Devil's tool. Ну и блин, бам-бам-бам, блядь. Так, ну-ка. Короче, я не знаю, видишь, у меня есть вот эта херня. Я не понимаю, где взять Energy Charge, блядь, для нее. Понимаешь, в чем проблема? Потайная лавка, это не то. Атрибуты, серклет, улучшения нейтральные, улучшения есть какие-то. Ебать, тут сколько аксессуаров, ты понимаешь? Так, все, погнали. А то они там, наверное, без меня не справляются. Так, пошли, на Б это топор достать, да? Смотри, ты понял? Ты понял, что происходит? Оказывается, левой, что ли, кнопкой надо его? Подожди, подожди, идем сюда. О, наши проходят тут по правой стороне. А мид похуй, да? Погнали, погнали, со мной боты. Со мной боты, мне ничего не страшно. Бля, охуенно вообще, да, если научиться. Не, я говорю, это для интеллектуалов. К сожалению, я не подхожу. Вайпер, красава. Давай, давай, руби, руби. Миско, миско, это миско. Бей, быстрей. Оверлорд там вообще хуярит жестко. Давай, давай, давай. Добиваем. Бей. Молодец. Проходим. Это О, вот он, драун бейсер, блядь. Давай, драун бейсера. Так, Q нажми. Ты видел, что он сделал? Он какую-то комбинацию прописал, блядь. Я не умею так. Это он, скорее всего, типа B, C, Q что-нибудь там нажал быстро. У него там, блядь, как в Mortal Kombat сработало. Блядь, ну я же не умею так играть, блядь. Я тапок потерялся, подожди. Мне надо в дотке позалипать, чтобы научиться. Так, очко какое-то опять. Shadow Aliment. Что он дает? Накладывает на все герои обязанности невидимость. Невидимость нахуй мне не нужна. Так, подожди, как мне вот это... О, у меня два заряда, Magic, Ванда, ну... Поехали. Ваша верхняя башня разрушена. Похуй. Чего? В смысле, блядь? Быстрее сюда шагай, у тебя скороходы эти, блядь, сапоги. Давай, попиздошил, кролик. Давай. Верхнюю башню атакуют, ты прикинь? Вот это новость, блядь. Давай, быстрее, беги. Где он? Это кто, блядь? А как он заспаунился там? Он нормально вообще? Что он? Так, а вот этих я могу разъебать? Сейчас пробую быстренько. Ой, блядь. Ой-ой. Перезарядка. Давай. Хуярь. Перезарядка. Давай. Блядь, на меня напали! Это, подожди, это не свои были! Фантом-ассасин! Он притворился своим, ты видел, он сзади подошел, типа, розовый, типа, добрый. Пиздец. Так, ладно, у нас есть 1100 золота. Я не понимаю, вот эти кьюшки очень аккорн-шорты, очень долго заряжаются. А это что такое? Подожди, вот они удары! В, Е, Кью! Там, смотри, оказывается, надо было плюсики нажимать. А вот это можно перетащить сюда? Так, у меня 10 зарядов есть на С. Давай. Идем. Сейчас все будет, сейчас. У нас пока... Подожди, в смысле 0.5.2? Я того не убил, что ли? Я не понял, сейчас, подожди. Так, силы света. Хорошо, молодцы, пацаны, реально. Красавчики. Ну-ка, С попробую сюда хуйнуть. Подожди, не понял, что он нихуя. С, нет заряда. Там написано... Спиздили. Кто-то спиздил заряды. Восстановится? Нет. Так, золото. Этих... Ну, хотя бы этих-то, то, что я мочу, это же неплохо. Это же неплохо, да? Куда ты в меня, дядя, стреляешь, блядь? Ты меня не перестреляешь, у меня лук. Так, все, 10 уровень. Фаталити! О, блядь! Беги сюда. Идем, проходим, аккуратненько. I'm Kane, I'm Санек. Давай. Это что такое? Богатство. Тихо. Спят. Ай, блядь! Сейчас, пойдем сюда. По карте смотрим. Так, а вот эта залупа красная, это что такое? Ладно, похуй. Так, прохожу сюда. Так, тут где-то башенка есть. Сейчас я ее в одиночку расхуярю. Они ее даже не защищают. О, пацаны, здорово. Ой, блядь, да как же их... Обходи, похуй. Зачем вообще с ними сражаться? Так. Нихуя проскочила насквозь, ты видел?
Ты видел, там такой заряд полетел! Это я сейчас QVRT вот это вот все ввел. Охереть! Все равно пока по нулям. Так, КД у меня 2 к нулю. Не знаю, что такое, но, наверное, нормально. Так, ребят, вот это вот каточка, да? То есть мы-то думали поначалу. Так, подожди, короче, вот эти все, я так понимаю, что это залупанская какая-то штука. А топором я так и не пробовал, да, херачить? Так, давай что-нибудь купим. Вуду маск, вампиризму заклинанием, глазов, скорость атаки. Надо, это надо. Надо скорость, да-да-да, скорость повысить надо. Восстановление здоровья, броня, 15 к урону, то, что надо. Еще что-нибудь к урону, еще что-то к урону надо. Скорость атаки, к урону. Все. Пизда. Недостаточно золота. Сколько стоит? 875. Еще немножко. Давай. Копись. Она сама фармится. Бля, прикол, да? То есть я нихуя не делаю, у меня золото фармится. Сейчас дождемся и это самое. Попробуем. А эти пони я могу с собой забрать их, нет? Давай. Все, мое. Мое нахуй. Так, пони могут со мной идти? Вашу центральную башню нихуя атакуют. Не могут. Так, у меня 10-й уровень. Там снова покрыл стреляют. Ты слышал? Центральную башню атакуют. Она где находится? В центре? А, блядь, ее надо похилить как-то или нет? Ее нельзя, наверное, похилить. Ебать! Это что такое? Пойдем сюда, быстрее помогать. Ебать! Осталось четверо кого? А, это я уже пришел сюда. Так, вы же это свои, да? Это свои. Вот он! Драмонбейсера надо! Ах ты! Блядь, кто? Они невидимые, ты понял? Их там не было вообще, они появились просто. Я даже не успел этот комбо-брейкера своего... О, у меня дерево выросло. Чего? Я не знаю, что такое. Короче, Q, V, R, потом C, B. Вот это, и T. А T, это что такое? Таун. Не знаю, подожди, C. Я не знаю, как вот этот заряд активировать. B, уничтожает выбранный... А, это деревья только хуячат. Блять, очень жаль. Они по меду башню снесли. Ебать, они уже здесь. Защищаемся, пацаны, защищаемся. Херачим. Отцепление. Где мои? Что это такое? Я что-то поставил. Давай. Е. Р. Стреляй. А, блядь, я умер уже. Блядь. Они проходят, все, пизда. Unstoppable. Там вот этот драмонбейсер, или как у него ник. Я не знаю, пацаны. Мне всегда вот в команде, ну, попадаются реально, ну, видимо, ну, типа, пацаны, которые, ну, видимо, не умеют играть. Все, они сейчас расхуярят. Можно возродиться? 8 секунд еще, охереть. Ебать, пузги, смотри, что делает. Охуеть. А как они делают по 500 урона, у меня вопрос. Как они делают по 500... Как по 500 урона делать? Они просто к нам уже пришли, ты понимаешь? Давай, вот он, драмонбейсера, бей! Ваша центральная башня разрушена. Они щитами, походу, я понял. У них по 1000 урона, я типа не знаю, я максимум по 15 или по 50 делаю урона, а они по 1000 херачат. Ну и чё, я тоже купил эту всю штуку, я эту штуку даже не покупал в прошлые разы. Чё смысл, атакует. Типа, кто быстрее купит, блядь? Смотри, этот вообще, он ходит краб. Все, нам пиздец. Наша команда. Смотри, он с цепями как-то хера. Я не понимаю, как он это делает. Они люто играют. Это реально профи какие-то. Я, видимо, зашел в режим турбо. Тут, наверное, ну, видите, чувак играет с 14-го. Так, подожди, R. Это что за дырка? А, все, мы их разъебали. Все, мы выиграли, походу, да? Погнали к ним. Похуй. Одной башни меньше, одной больше. Какая разница? Ой, блядь, в натуре своего похерачит снайпер. Бей пока так. Так, я прокачался, идем. Охуеть игра, да? То есть попробуй пойми, что происходит тут еще. Топором! Так ты руби их! Давай, руби! Да похуй, это миско. Они чисто немножко пытаются дамажить, это все ерунда, проходим, сейчас будем хуячить башню. Все. Силы тьмы укрепили, блядь, свои сооружения. За что меня-то нахуй? Д-
Драм-н-бейсер ебашит жестко. Он опять здесь нарисовался и опять шаман. Я не понимаю просто, что я делаю не так. Я вроде все делаю так. Блин, знаете, что самое интересное? Что Dota же, ну типа, относительная игра, я так понимаю, ну... еще известная, да? Ну, то есть, ну, можно, в принципе, с кем-то найти поиграть, да? Кто играет еще? То есть, это раньше она же была на хайпе, сейчас, я так понимаю, в нее мало кто играет. И мне интересно вот что, типа... интересно, что я ни разу дотеров не видел. Ну, типа, ну, те, кто играет, понятно, а те, кто снимает доту, то есть... Может, невозможно, типа, уметь играть? Ну, типа, может быть, поэтому... Давай, R! R! Q! А, блядь, меня опять разъебали! Походу, в нее просто невозможно уметь играть, типа, либо снимать просто нечего. А я пытаюсь. Может, я как бы, ну, реально стану этим самым. Смотри, что они молниями хуярят. Но это запрещенная какая-то хуйня, реально. Смотри, они просто приходят разъебывать сюда все. Зачем, блядь? Да что такое казарма центральная? Во! А, вот, я так... я сейчас защищаю, да? Так я же умер. Ваши центральные казармы разрушены. Пиздец, как будто. Они беспределят, походу. Ваши центральные казармы разрушены. Бля, чел, ну ты же 20 уровня, сделай что-нибудь, а? Чел, Кью. Кью, сколько я потратил вообще этих патронов? W. 50 у меня, понимаешь? 50 урон. Меня опять разъебали, что ли? Тут есть голосовой чат, я бы сказал что-нибудь. Какое гнездо? Меня тут разъебывают просто по 1000 хп снимают. Я не понимаю, как они это делают. Просто объясните, как они это делают. Дерево, может, надо вырастить, я не знаю. Смотри, видишь, у меня талант не набрался, блядь. Акроншорт. Буш. Я все это, и Буш Халиф, это и все. Тут Q, вот это нажимаю, у меня все равно не работает. Перезарядка постоянно. Прицел какой-то здесь, я не понимаю просто, как атаковать-то. Нас просто зажали, походу, уже окончательно. А сколько катка длится? Это невозможно вообще. Я не понимаю, как можно научиться. А каждый раз я так понимаю, что я возрождаюсь все дольше и дольше, да? То есть раньше это было нормально. А как бы... Все, я в коня превратился. А, нет, все, нормально. Так, короче, вайпер, блядь. Сделай что-нибудь, пожалуйста. Мы уже с вайпером, причем, играли. Мы уже играли с ним. Я не знаю, почему еще раз попались. Типа, я же говорю, походу, очень мало кто играет. Так. R, смотри, снэпшорт. Он стреляет, ты понял? Верхняя башня противника разрушена. Ему даже похуй в принципе на меня. Так, подожди, она Е. Плюс 42 монеты получил. Все, есть. А, меня убили. Блять. Это какой-то пиздец. Просто какой-то пиздец, я не понимаю. Почему они пришли, все разъебали? Почему они нас-то не разъебали до конца? Они ушли почему-то. Они не стали атаковать сразу до конца нас. Бля, все такие страшненькие. Смотри, 148 у него что-то. А у меня сколько? Вот смотри. 148? У меня 122, тоже нормальный урон. Я говорю, я просто не те кнопки нажимаю. Выкуп. А, нихуя! Я могу выкупать себя. Зачем я это сделал? Выкупаются в игру. Ну да, конечно, блядь, чем мне в мертвом-то, блядь. Живой лучше. Так, давай просто, короче, просто херачим. Ну-ка еще раз, смотри. Е! Способность уже действует. Я не знаю, что за способность, она нихуя не действует. Р! Нихуя он может туда прям хуйнуть! Она поверху летит. Там вообще похуй. Я не понимаю прикола. В чем прикол-то, блядь? Блядь. Я не понимаю, в чем прикол, блядь, хуярить поверху-то, блядь. Хуярь Б, пожалуйста, Б. Там крабом кто-то меня сейчас хуйнул. С. Я зарядился и все равно не выстрелил, пиздец. Да по 120 смотри хотя бы, по 120. Кто? Меня спиздили! Меня Путги забрал рукой. Не, ребята, это какая-то, я не знаю, какой-то пиздец. Я просто не представляю, выкупа нет, пизда. Минута ждать, просто минута АФК сидеть. Можно хотя бы пока попить. Не, ребят, ну... Я считаю, что те, кто играет, вот я говорю, я всегда... Ну, я типа в школе, ну помню, Warcraft был.
Я помню, что вот пацаны играли, я думаю, ебать вы гении, пацаны. Я думаю, как можно в это играть, там же надо столько всякого тыкать. Другое дело, зашел флот-аут, как бы, да, и на тачке там как бы это самое. А как бы, как можно в это все варкрафтер? У меня просто нет слов, ребят. Они реально знают, что они делают. То есть, возможно, сейчас, кстати, кто знает? Может, я вместе сейчас с одноклассниками играю. Кстати, Андрюх, если ты тут, то привет тебе. Я помню, ты в Warcraft нормально играл. Ну вот реально, я просто не понимаю. А, я мертвый опять, блядь. Они уже здесь разгуливают. А смысл тут, да, сопротивлять? Мы можем... Там, а есть чат? Наступаем! Такой постройки. Какие постройки? Чата нету, да? О! Все, я в игре. Так. Бей. У меня что-то перезаряжается, причем ты заметил? Что-то перезаряжается. Вот он! Давай его, бля, атакуй! Не бойся! Проклятие! Он превратился в свинюшку! Смотри, какой он хуя! Ты ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Просто и захуярил меня! Ну как они это делают? Объясните, как они? Что они нажимают в этот момент? Там же нифига не по 100 урона, он просто та-та-та-та-та-та-та меня и все, и разнес, блядь. Я понимаю, в CS ты играешь, ваншотнул, и все, заебись. Все, этот, брейкдансер здесь уже. Драм-н-бейсер. Осталось 5 минут для повторного подключения. Это мне? Я не отключался. Кошмар. Какой кошмар? Какой кошмар? Я так и не понял, кого-то хотя бы захуярил или нет. Написано, что УСП, так меня убийств, смерть, помощи. То есть ноль у меня. Бля, я в прошлый раз лучше сыграл, что ли? Я не понимаю, реально. Я просто не понимаю, что я делаю. Типа, я уже все закупил, что можно. 2000 монет, я даже уже, ну, прокачан чересчур сильно. Бродсворд. Еще один урон. Может, они просто на урон все прокачивают и все? Блять, я об этом не подумал. Снайпер. Так, снайпер это ладно. О, что такое? Пиздокрыл какой-то. Что он может делать? Что он не продает ничего мне? Ладно. Так, у нас еще есть шанс победить, я так понимаю. Вот хуяч, смотри, из леса. Давай, Е! В! В! Хуярь! Давай! По лесу хуярь! Ты опять умер, что ли? Да блять! Ну как можно в это играть, если я все время умираю? Я не понимаю просто. Ладно, в КС ты пошел там как бы... Там все понятно, здесь какая-то потусторонняя сила, я не понимаю, вот это магическая, какие-то магии. Пацаны, я просто не понимаю, я не хочу сдаваться, но я не понимаю. Подожди, а как-то есть тут таб? Тут таба даже нет, прикинь. А, вот он. Так нихуя себе, я пиздатый, я третий в своей команде. Слушай, а у них... А, смотри, ты понял? За нас играет 16 человек, за них 48, блядь. Ну, конечно, они разъебывают. 49! А что, там можно... Или это не счет? Или это счет? А, это счет, походу. Блядь, я думал, это типа количество людей, которые играют. Ваша центральная башня разрушена. Ваша центральная башня... Да как хули делать? Я мертвый, блядь. Что я могу сделать? Все, они сейчас разъебут. Это все, да? Это, походу, все. Все? Как они это делают? Вот как они по столько урона наносят? Причем вы заметили, они могли это сделать минут 10 назад. Они типа пришли, разъебенили что-то, ушли. Пришли, разъебенили, ушли. То есть я не понял прикола, почему они уходили. Так, а это что за чел? Лучший игрок, Пудги. Да, такое, конечно. Я за него тоже хотел поиграть. Короче, этого, лиса, этого кролика не берите, он не очень. Ребят, не знаю, короче, видимо, я не дотер все-таки. Поддержите любимые команды. Там Dota Plus есть, может они вот этот Dota Plus купили? Она же платная, я так понимаю. Может там урон лучше? Магазин, Dota Plus, во. Подписаться. Ебать, дорого. А что там дает? Обширный набор инструментов, которые будут засчитывать ваши достижения. Все понятно. Понятно все. В общем, друзья, не знаю я, что делать, но это, видимо, как-то... А у меня есть такая статистика общая, да? То есть можно посмотреть, ну, типа, кто я вообще по жизни? Или пока этого недоступно? Очень много в меню. Тут даже в меню-то разобраться невозможно. Я не понимаю вообще. Это, конечно, жесть. Это жесть. Подробности игры. Я третий, ну, типа, норм сыграл, получается. Поддержка 0-1. 0-1 поддержка. 0-7 осада. 3-3 сражения. Ну-ка, вот этот чел еще, например.
Ну, он сражение чуть лучше, зато он нихуя не поддерживал. Я хотя бы 0-1. Добыча золота 0-3, ну да, такое, согласен. Ладно, друзья, в общем, дота это, конечно, реально для гениев. Я таким таковым, к сожалению, не являюсь. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.